Turn on. Turn on. Turn on. I'm turn on. Эпизод 2. Атака клонов. А глава 3. Фабрика дроидов. Оби-Ван Кеноби отследил охотника за головами Джанго Фетта прямо до планеты Геодосис. То есть это убили не Джанго Фетта, да, в первом окей. Это гористый мир, известный своим производством дроидов и их фабриками. И он формирует базу операций для движения сепаратистов. Пока Анакин Скайуокер охраняет сенатора Падме Амидалу, Оби-Ван приземляет свой джедай Старфайтер до поверхности планеты. Ты снова будешь играть за дроида? Наверное. А, боже мой. Я бы не выдержал с тобой оригинальной трилогии. Что? Ну, в смысле, еще раз проходить в третий раз до 100%. Ну, так-то, да, я это имел в виду. Давай будем играть в тот фильм, который я смотрел. Хатику? Титаник? Лего Хатику. Надо просто ждать и собирать детальки, которые тебе дают. Какой фильм ты еще смотрела? Сумерки. Я тебе говорю про эту серию. Лего Твайлайт. Уберите его от меня. Так, я Энакин, да? Чур ты Падме Амидала. Кто я? Вот это Падме. Падме? Падме Амидала. Я индийка? Падме. Индейка? По идее, тут невозможно быть индейкой, потому что, как бы, это вообще другая галактика. О, найс, разделили. Отлично. О, божеский. Что я могу? Я ни хрена не могу. Ты можешь стрелять. И, судя по всему, убивать меня. Давай, работай, женщина. Зеленые детальки? Нет, а, это не детальки, это они. Мы сзади много мелочи попустили. Идем назад. Куда ты прёшься? И я не могу. Fuck my life. Oh my god. Подожди, подожди. Я не могу туда. Отлично. Что? Лучшие игроки. Лучшие игроки. Это я так кричу стрёмно? Да, ты Падме. Подмейся. Я не хочу подмываться. Здесь, по крайней мере. Там кто-то есть, если что. Это надо все равно тебе. Почему? Почему они вот так вот делаются? Да бляха, муха! Как ты там продолжаешь? Да фак. Да бляха, муха! Теперь они высовываются как... Вот так. Они сами высовываются, по-моему, нет? Да... Чтоб тебя... Давай ты по правой стороне пойдешь, я по левой. Да они меня выталкивают! Да по очереди, хорошо? Нет. Я первая сюда пришла. Это из-за того, что как бы мы не по очереди. А что сюда вообще пришел? Ну я сверху. Как тебе такое? Мне нравится. Забери там снизу синенькую. Что? Нет, я заберу синенькую. Ладно, хорошо, не важно. Забрал синенькую, называется. Ааа, я собралась сюда и нафига только. А нам в принципе куда нужно? Разве? А, ну по-другому никак. Я же не умею. Я должен что-то сделать. Да ну! Тихо, у меня много деталек. И чё? Я не умею. Подожди меня, не делай ничего. Вика, ты это из-за тебя. Ты. Что нам делать? Что ты делал? Здесь нам нечего ловить.
А как там пройти? Вот там, в принципе, пройти. Ты просто здесь вообще? А! Это можно пройти, в принципе. А. Тихо-тихо, у меня один хпчик. Дроид нужен, окей. Но... Да я ж ничего не сделала! Тронула ее. А я успел. Вика, хватит. Живи. Тварь. Сейчас иди. Идем. Вообще можно было сбоку пройти, если честно. Да. Пошли, я там нажму. Ок. О, да почему я упал? Не знаю. Ты сиди за тебя из твоей жирной жопы. Нормально у меня жопа. Жирная. Отстань. Отстань. Сам ты жирный. Найс. Найс. Я не понял, куда ты упал. За тобой упал. Спасибо. Это дело занимаюсь просто. Вообще-то нужно назад пойти и, по-моему, дроидом отключать. Да, я тебе об этом говорила. Ну а так-то я просто здесь собирал. Мы идем назад или нет? Да, идем назад. Дроид. Дроид. Падла. Ох, серьезно, назад. Понял. Могла и подождать меня, конечно. Вау, это нужно было? А, сейчас нам назад, наверное, да? Нет. А куда? Вперед. А что там делать? Наверху. Как бы. Наверху что? Забираться. Но там уже... И что? А зачем мы отключали там вот это дерьмо? Куда нам забираться здесь? Куда? Вот сюда. Сюда? А зачем мы... Я не знаю, зачем мы отключали это дерьмо. Зачем мы шли назад, во-первых? Ты сказал. Ты мне сказала, я первой сказала, что нужно это сделать. Я сказала, нужно вы... надо идти туда, чтобы отключить. Нет, нам нужна падла. Сбеги за падлой. Да серьезно, фриплей позволяет вернуться назад, да? У меня нет двойного прыжка, сейчас. Ну хорошо, прыгни туда наверх. Вот тут дум. А, понятно. Ну как бы да. И. А, вот открылась тут. А. Я просто не знаю, поэтому можно ходить? Ну, видимо, да. Хотя похоже, то, что оно подгорает. Угу. Там вверху есть что-то. Да. И чё? Вперед. Тебе надо вверх, нет? А ты не можешь? Что происходит? Без понятия. А может... Понятно. Тебе... Понятно. Окей. Я пошел. Подожди. Стой. Да, ну нахер. Иди меня разрядит. А, здесь. Я надеюсь, его просто бить нужно по щеку. Где ты там? Фиг. Я тут. Ну только, Подожди. Тебе нужно вверху что-то сделать. Может приехать на этом низ? Не, здесь нужен дроид. Да. О май гад. Подожди. Ну! Это не я. Я знаю. Нет, ты ничего не можешь делать. The fuck? Я здесь не могу прыгнуть? А ну сейчас стой, может я могу докатиться? Да иди в жопу, игра. Да, могу, наверное. А только толк от этого. Ладно, я иду туда. Иди со мной.
Куда ты идешь? А зачем назад? А, я ж не допрыгну. Подожди. Да. Подожди, подожди. Нет, ну не ходи туда. Нет, видишь, смотри. Может, ты спустишься ко мне, пожалуйста? Что? Спасибо. Да-да. Держи. Все немножечко проще. А она давно там валялась? Вот, кстати, да, мне тоже интересно, давно ли она там валяется? Найс! И сейчас нам зрители скажут, что она валяется на самого начала, и я слепая дура. Да, прыжок двойной, плиз, работает? Вот-вот, да, он не работает. Надо нажимать какой-то определенный момент. Если передержишь или еще что-то. Или не додержишь. Ну, когда не додержал, то это совсем уж плохо. Давай, Р2, Р2, Д2. А не додержишь что? Неважно, ой, хитрепиорка. Ой, привет! А что ты можешь? Он может переводить с разных языков. Это я знаю. Но, в принципе, он ни черта не может. Верни мне обратно персонажей, пожалуйста, те, которые умеют прыгать, желательно. Он не умеет прыгать? Нет. Вау, окей. Все, я счастлива. Я тебе не отдам своего Энакина. Энакина. Энакин. Ну давай, работай. Я тут. Направо? Ну да. Там на смайлик похоже, вот эта херня над тобой. Да. И что мне делать? Я не смогу допрыгнуть. Так может все проще, и нам просто сюда нужно пойти? Ну, мне, по крайней мере. Ну, тебе, наверное. Подожди, подожди. А-а-а, все понятно, иди назад. Куда? Ко мне? Как все сложно. Ну, по крайней мере, в этом эпизоде надо хоть немножко головой подумать. Ой. Видишь, что там есть? Да. Nope. Сволочь, падла. Два, смотри, что делает. Развлекает. Зачем? Развлекается и убьет. Ты против развлечений, да? Нам не до развлечений сейчас. А, C-3PO нужен. А почему именно C-3PO? Он типа умный. А R2-D2 тупой? Да. Нет, моё! Спокойно. Ой, смотри, выходит. Я все просрал только что. Дверь сломала. Пауэрап, дай мне. Я могу разбивать все, кстати, силы. Пауэрап просто ускоряет. Может, здесь тоже? Сейчас. Ну, это для меня. Или это лифты? Да нет. А нафига тогда это говно нужно? Здесь уже Джаджа Бинкс, наверное. Или еще кто высоко прыгает. Ну, в принципе, я просто ускорил. Ускорил события. Там еще что-то есть, там островок есть. Вижу. R2-D2 должен перелететь. Меняйся. Нет. Да, fuck you. Собирай. Нет. Что значит нет? А, я все потерял. Ой, ой, нет.
Собирай. Кого собирать? Все уже сделано. Все? Да, давным-давно. Ты только ходишь там. Как она висит в воздухе, хер его знает, ну ладно, не важно. Откуда она выезжает? Из скал... Как так? Я хз. Да вот так вот, потому что смотри, где меня возрождает, смотри. Алло, можно возродить? Найс. Найс возродила. Иди со мной, человек. Ты не можешь выбраться оттуда? Я могу. Но это не хочется. Я просто смотрю, а может игра меня возродит в другом месте, плиз? Нет? Нельзя, окей. Хорошо. Хватит, перестань. Я не знаю, потому что только что сделал анальное пробирование в этом делу. А, Цитрипион уже. Ты будешь на него играть. Пока не отдашь, я буду это падать. Я буду подыхать и никуда не идти. Надо было сделать так. Смешной маленький мальчик. Ты-то да. Я маленький мальчик. Судя по всему, да. Да-да-да-да-да. Да-да. И пока не отдашь, я буду умирать. Учу-чу-чу-чу. Иди вон делай. Спасибо. Сучка. Там бороться против людей, наверное, да? Против врагов, точнее. Не сложно бороться против всех. Я просто на все фронта развернул сейчас оборону. Убивай их, давай, убивай. Господи, это кто? В кандалах. Что? Что, меня убило сейчас? Я не знаю, что меня... У меня еще одна жизнь была вроде как. А, вот этот козел что ли меня стрелял, окей. Я подумал, что он в тебя стреляет. Нет. Все в тебя. Отлично. Знаешь, ты сдохла почему-то. Это ты. Да? Ну, да. Блин, последний удар тебе. Два. Подонок. Я всех убил. Я Энакин. Во мне растет ситх. Тебе растет зло. Ну как бы, да. Ситх это зло. Все, оставь его вот так вот. Пусть его держит за одно яичко, что ли? Да. А, так это Оби-Ван, фак. Ну да. Я думаю, кто это? Ну чё, Боба? Буба Косторского. Это все? Даже Бубу Косторского не дали забить. Бубу. Бубу. Падаван. Анакин. Падме. Падме. Стрипио. Цитрипо. Стрипио. Цитрипо. Цитрипо. Почти как Эдгарпо. Ты столько раз нас меня убивал и столько раз подыхал сам, что... Мини-кот. Хорошо, что не микрокот. Херня с ножками. Какая? А, кот? Я не про кота. Оно сошлось хорошо. Микрокот, да? Эпизод 2. Атака клонов. Глава 4. Битва джедаев. В своей попытке вызволить Оби-Вану Кеноби на планете Геоносис, Энакин Скайуокер и Падме Амидала были захвачены Джанго Феттом.
Оби-Ван послал сигнал бедствия в консульство джедаев. Но надежды спастись казались очень отдаленными. В то время как злые сепаратисты, лидер злых сепаратистов Гранд Дуку пытался их уничтожить. Ты вообще не будто слушаешь про политическую ситуацию Украины. Это тоже, кстати, клевый эпизод. Как? Будут эти полувараны, полуещё кто. Что всем не нравится эта трилогия? Тут клевые сцены есть. Погони, потом вот эти вараны. Ты сказал сам, что оригинальное лучше. Ну, оригинальное лучше, да, но все равно все говорят, бу, это говнище. Вот третий эпизод, он так, как-то так себе, да. Все ты что-то сзади в фоне. Да, потому что это какой-то трындец творится. Что это за индус? Это... What the f... Ты не знаешь, кто его играл, что ли? Самый великий негр на свете. Кто? Почему я играю... Я и играю. Кем я вообще могу играть? Я хз... Кем-нибудь? А, тут, наверное, по волнам будет. Я никем не могу играть! Я буду собирать детальки. Ты можешь играть? Ты подойди к этому. Не могу. Почему? Я не могу его взять. А, серьезно? Кто? Где я? Или я плохо старалась. А, ты что, детальки? Вот я их не беру, думал, что свои. Встань хотя бы, попробуй. Да не умею я. Ничего не умею. Хорошо, хорошо, я буду Мейса бить все. О, нет, я могу с них снимать броню. Найс, уже плюс. А кого еще нужно? Кого еще нужно убить, я не понимаю. Вот, Илюш, вот, стоит перед тобой, его нужно прибить. А, серьезно? Так я уже убил столько... Я застанила. Найс, где Падме? Ее тоже нужно убить? Видать. А за что ее-то? Нет, ее нужно спасти, скорее всего. Вот она. Она? Нет, не она. Понятно, я могу стать всех роботов, но только роботов. Ну как бы да. Что-то лицо какое-то слишком простое у всех. Падма, где ты? Надо идти Падма. Я ищу. А, ну кстати, вообще нету этого сбора, я смотрю. Есть. Ну я не видел этого, а вот. Чё я нашла? Полезно. У тебя как раз таки второй плеер вот для девочек. Где она? Ну что, найди мне Падме. Падме! Где ты, Падме? Падме! Подожди, подожди, вот это. А, вот она, господи, боже мой. Слепые жопы! Это ты слепая жопа. Нет, ты слепая жопа! Там и была. Вика слепая. Я могу играть за Падме? Я могу играть за Падме. А можешь сюда вот? А, нет, нет. Потому что вот как-то... Вот как ты туда, видишь? Падме. Куда ты? Там, там были детальки. И этот светофор. Ты их все равно не можешь взять. А здесь даже вдвоем, понятно. Может второй джедай. Какая-то серая масса. О, понятно. Зачем ты пауэр обняла? Потому что я хочу убивать быстрее. Убивать быстрее меня? Я тебе вообще не целилась. О, найс! Вот так бы сразу. Возьми и Падме, запрыгни наверх. Нихера, ну тут нужно R2-D2. Давай, запрыгни наверх. Работай, не помню. А, вот. Вот здесь, да. Изи светофор. Еще наверх. Или это вниз. Нет, там еще же была. Сейчас. Я а, понятно. А, понятно, сразу за детальками. Все ясно. Изи винтор. Просто. А где? Ну-ка я Энакина лучше. Как ты их... Почему я до этого не могла никого поменять? Ну, как бы, потому что у нас всего два играбельных персонажа были. А, да? Ну да, 2-2 и Мейс Винду. А когда мы Энакин взяли? А, только что.
А где он был до этого? Захвачен пленным, ты не видела, что ли? Нет. Мы его только спасали. Сюда иди. Я отлично смотрю. Сюда иди, ты убью. Возьми, о, ладно, где, где, где он? Где мой любимый мальчик? У меня так вибрирует геймпад. Мне тоже. О май фак, просто одним выстрелом. Я тут достанем во всех. Армлесс? Тебе снова чипку дали! Ей! А знаешь почему? Потому что за 2 на 2 играешь, да? Потому что я классная. А, я не могу. Я играю за 2 на 2 теперь. Дай мне 2 на 2. Забирай кого хочешь. Ладно, сейчас где? Давай, вот. Я выйду за 2 на 2 играть. По-любому здесь ничего нельзя делать. Иди там спаси Оби-Вана. Да? Иду. Вообще не буду стрелять вообще. Меня убили только что. Ублюдки. Это Дрейдикас. Это нет, нет, Дрейдикас, это которые, по-моему, со щитами. Дрейдикас. Иди сюда. Иди. Почему меня бьют свои? Вон, обезвредь его. Подожди. Сейчас, 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 сейчас. Там. Тут нужен вражеский чувак. Я потерял R2-D2. Сейчас. Вот что происходит? ХЗ, но мы собрали 100%. Серьезно? Когда мы успели? Это мало нужно, я считаю, почти когда. Я опять бомбанул. R2-D2 так убит. Подожди, подожди, это май. Нет, Дрейдикасы, наверное, которые это. Хотя нет, ты не могла опять. Это эти, которые с броней. Я просто подосрал и ушел. Всегда. Убивай еще этих троих. Где я? Не знаю, ты этот убива. Прыгни просто, знаешь. Вот он. Фига себе. Я была хрена. Иди сюда, тут они есть. Почему они? Почему этих нельзя убить? Еще двоих надо. Где они? Я вижу, какие конкретно забивать. Желтых с красным. Бляха, муха. Срать мне в ухо, да? Не надо мне в ухо ничего. Особенно, особенно то, что ты сказал. Что происходит? Это мясо! А, нет, все нормально, все нормально. Вот оно. Вот еще один. Падла! Ну и где ваши Дрейдикасы? Ну такой Дрейдикас вообще? Который с броней. Который это, со щитом, наверное, да? Да? Пошел где-то собирать яйца, да, да. Тебя один там козел бьет. Я поехал и говорю, тык! И что это тебе дало? Что именно? Вот эта вот установка, вот этой потрясающей башни. Чувство собственного превосходства. Над R2-D2? Над башней. Как меня все бесит уже. А можно уже закончить это? Да, мне же надоело. Я убиваю больших, убиваешь маленьких. Я не могу убивать маленьких. Почему? Ладно, ладно. Окей, не ладно. Давай, нам еще один маленький и один большой нужен. Я большого не вижу. Пошли направо. Пошли направо. Так, ходит. В этой толпе. Вот, вот, вот у меня. У меня. Меня убили. The fuck you! Wow! Вот он, вот он! Последний. Я колбасил. Что только что происходило? О! О, Бобби Фетт! Не давал. Ой, не дала. О, подожди, где? А кто, за кого я могу играть?
Подожди, 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 дай мне найти персонажа. Ники, иди назад, я не могу найти персонажа себе. О, наконец. Нет, его надо отбивать. Да хватит уже, ты все на себя берешь. О. Забили. Ну, спасибо большое. Пожалуйста. А мне 5000, между прочим, было. У меня ноль. Мне пофигу. О, давай, давай его здесь забьем. Блин. О, ты видел, как он улетел? Осторожно. О, Йода пришел. Йоди. Йоди подъехал просто. По-божески подъехал такой. О, нет! Это же Джанго Фетт. Я не помню, кто такой Джанго Фетт, кто такой Боба Фетт, если честно. Ладно, Боба Фетт помню. Джанго Фетт не помню. Мейс Винду, Падме. Еще одна Падме. Которая поцарапана. О, боже мой. Или Клоуд. Это Клоуд поцарапан? Да. Мы Труджи Дай. Труджи Ди. Ну, Клоу это коготь. Да. Да. Либо поцарапано. Я хз. Где там еще были мини-коты? Вверху и два джедая, помнишь? Окей.